Добрый день, меня зовут Светлана. Сегодня 18 апреля 2017 год. У нас состоялся первый сеанс с Давидом. Во время сеанса мой сын Ярослав также присутствовал. Он периодически подходил и отходил там на какое-то время от скайпа, но все равно старался быть поблизости. Во время сеанса я почувствовала какой-то вот энергетический прилив, всплеск. Не знаю, вначале были какие-то вот мурашки по телу, а потом появилась в области груди, вот в левой части, как будто бы вот какая-то комок, вот как какая-то боль. Потом это все отпустило, и просто вот мурашки, такая вот легкость, воздушность. Скажем так, вот, кстати, у меня с утра болела голова, и вот все это прошло. Я надеюсь, что у нас будут улучшения, так как это только первый сеанс. Сеанс длился около 15 минут. Ну и надеюсь на дальнейшее выздоровление своего сыночка. Очень благодарна Давиду за то, что он взял нас, то есть пытается нам помочь. Спасибо огромное. Будем продолжать и надеюсь на хороший результат. Всего всем доброго.